суре Аль-Анкабут Аллах Святый и Велик проводит параллель с пауком. Он говорит: مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Я приведу вам прямой перевод, а потом разъясню его, иншаллах. Это поразительный аят. Примером являются те, которые берут защитники в покровители, в друзья кого-то помимо Аллаха. Когда мы говорим «аулия», здесь то мы имеем в виду, что кто-то берет себе в защитники кого-то, кроме Аллаха. То есть ты можешь иметь друзей-сторонников до тех пор, пока ты не заменяешь имя Аллаха, Свят Он и Велик. Бывают такие люди, которые берут других покровителей помимо Аллаха. Они приписывают Аллаху сотоварищей или вообще заменяют Аллаха кем-то другим. Такой человек подобен пауку, который строит себе дом. И потом Аллах упоминает кое-что интересное. Самое ненадежное жилище – это жилище паука. Если бы они только знали. Люди, которые берут себе покровители кого-то помимо Аллаха, подобны тем, которые ищут убежище в доме, который похож на жилище, которое строит себе паук. И вы знаете, что жилище паука – это не какой-то большой особняк, это просто паутина. Таково жилище паука. Потом Аллах говорит: «Самое ненадежное жилище – это жилище паука». Ляукану и Алямун, если бы они только знали. Нам нужно понять, что такое дом, жилище. Подумайте о своем доме. Дом – это место защиты. Дом – это место, которое можешь назвать убежищем. Туда вы идете в конце дня, когда вы устаете. Вы идете к себе домой, когда вы чувствуете себя в безопасности. Вы чувствуете себя защищенным. Вам легко, тепло и комфортно. Вот что называется домом. Но здесь в аяте Аллах говорит, что самым ненадежным жилищем является жилище паука. Почему? Потому что паутина – это не место, где ты чувствуешь безопасность, тепло и уют. Во-первых, она по природе хрупкая. И что еще важнее, паутина является смертельной ловушкой. Паук сплетает паутину не для того, чтобы найти в ней защиту, а для того, чтобы заманить в ловушку других насекомых и поглотить их. То есть, жилище паука, его паутина – это смертельная ловушка. Она настолько смертоносная, что даже небезопасна для ее собственных обитателей. Свят Аллах. Теперь вы, возможно, думаете, что паук – это обитатель паутины, а значит, очевидно, что она безопасна для самого паука. Но наука доказала, что паутина небезопасна даже для паука. И в аяте, которому 1400 лет, сказано об этом, потому что Аллах, Свят Он и Велик, говоря о пауке, использует глагол «Кэмэфилил анкабути тахазат байтан». И это означает, что он говорит о самке паука. В переводе аята, который нам доступен, используется общее название «паук». Но на самом деле Аллах говорит именно о самке паука. Подобен самке паука, соткавшему паутину. Есть некоторые научные моменты, которые мы должны упомянуть здесь. Изначально наука доказала, что плетет паутину обычно самка паука. Самцы тоже плетут, но их плетение не такое хорошее, и они не очень часто это делают. Самки паука чаще всего плетут паутину. Это во-первых. Во-вторых, самка обычно бывает в 2, 3 или 4 раза больше самца. И в-третьих, обычным явлением в мире пауков является то, что два паука спариваются, самка и самец спариваются. И что происходит потом? Самец сразу же после спаривания должен убежать. Послушайте меня внимательно. Он должен бежать, чтобы остаться в живых. Если ему это не удастся, то он попадает в паутину, и тогда самка съедает самца. Свят Аллах. Альхамдулилля, что у нас не такие браки, когда наши супруги съедают нас заживо. Возможно, они это делают метафизически, но не по-настоящему. В паутине самка бежит за самцом, а самцу необходимо убежать вовремя. Свят Аллах. Посмотрите на это напряжение. Сразу после спаривания самец должен бежать со своего собственного жилища. А теперь, разве вы можете назвать такой дом местом, где кто-то может чувствовать защиту? Самец должен быстро бежать, пока самка не поймала его и не съела заживо.
Вот почему Аллах говорит, самое ненадежное жилище – это жилище паука, если бы они только знали. В наше время современная наука доказала это. Доказала это явление спустя столько исследований. Для этого нужен микроскоп, чтобы изучать все эти забавные вещи, которые происходят в паутине. Но Аллах Свят Он и Велик упомянул об этом еще 1400 лет назад. Теперь, возвращаясь к уроку в этом аяте, если вы возьмете в покровители кого-либо помимо Аллаха, то это как будто вы отправились в жилище паука и ищете там защиту. Настоящая защита, настоящее убежище находится у Аллаха, Свят Он Велик. Шанс пронести помощь тем, кто нуждается. Предстоящий священный праздник мусульман Идуль-Адха, вы можете присоединиться к этой благородной цели и внести свой вклад. Неважно, какая сумма будет пожертвована, даже самый маленький вклад имеет огромное значение. Давайте объединим наши усилия и покажем, что солидарность и щедрость являются неотъемлемой частью нашей веры. Все отчеты на указанных ниже страницах.